Prince of the Shire. Провинция решает. What he said. Prince of the Shire. Say it again. Опять дождь, а что бы это могло означать? Сегодня ждем Жеку, естественно, в Тушино. Больше это, конечно, похоже на Освенцим. Много вопросиков есть, как у нас, так и у наших зрителей. Спасибо, кстати, за обратную связь. Не забудьте, Инстаграм мы в начале влога вкладываем для того, чтобы вы следили за новостями. Так как вчера, когда мы окончательно договорились встретиться с Женьком, мы сделали пост с вопросниками, и сегодня именно по ним 90% нашего влога будет снято. Вот такой вот Brotherhood. Настолько мы прониклись теми вопросами, которые вы позадавали. Женек, когда вернешься в граффити? Я скажу за него. Мы пиздуем за баллонами. Вот в эту обосранную погоду. Женек. А вот Фром Киев. Как раз спрашивали, как относишься к Украине. Да, братан, вообще заебись отношусь к Украине, вообще заебись отношусь ко всем адекватным людям. Единственная проблема, что их не очень много. Ну, это, наверное, такой вопрос назревает, потому что часто видят, что ты в Крыму бываешь. Но это уже политическая хуйня, и я надеюсь, что это никак не связано. Нет, братан, про Крым могу то же самое сказать. У меня в Крыму, типа, там, друзья, короче, ну, типа, какого хуя я не должен ехать в Крым, если у меня там, блядь, друзья, типа, какая, блядь, мне разница? Войну и все это кусамово, это придумали, грубо говоря, блядь, люди, которые ездят в другие части света, там, Монако, хуяку, блядь, просто ебаные, блядь, наше управление, как бы, это их, как бы, игры сильных, блядь, мы люди простые, поводов посраться, ну, и так хватает. Вопросик есть еще один по поводу образования, пока мы не начали вандалить. Я выше не окончен. Оно тебе, блядь, пригодилось? Больше 10 лет, на самом деле, занимаюсь дизайном, там, так или иначе, с этим связано. Вот сейчас вообще вот такую хуйню учусь, там, моушен делать, но как бы это, типа, уровень, конечно, не пиздец, но я только начинаю такие всякие штуки, типа. А дизайн? Да, это сейчас. Это After Effects или что? Да. Изначально вообще все, что связано с работой, на самом деле пошло, имеет корни от граффити. Не стоишь на месте, короче. По факту, наверное, я стою на месте, я мог бы добиться большего, если бы я не распылялся на ебаный рэп, там, и, типа, был бы сосредоточен на своей карьере, но, блять, как есть. Да хуя раз говорим, все, в пизду больше никогда не буду этим заниматься. Потом, блять, все равно раз, там, прошло 2 года, как написал, блять, текст, как охуел. Как многие говорят, Женек, как раньше, сделай, как раньше. По-моему, у меня 50 вопросов из 200. Когда, как раньше? Как раньше не будет, как раньше было. Пацаны, блядь, никогда уже не будет, как раньше. Ни вы моложе не станете, ни ваши родители, ни тёмка ваша не будет, как раньше. Я вам говорю, это, блядь, жизнь. Если есть какие-то претензии к тому, что я что-то делаю неискренне или еще что-то, ребят, ну... Видимо, просто наши пути расходятся. Я делаю так, как чувствую. Делаю так, как считаю нужным. Делаю так, как меня просто, блядь, прет. Как раньше, мне бы очень хотелось бы, чтобы что-то было как раньше. Но я не могу, блядь, ничего. Слушай, ну на самом деле это такая философская тема. Человек взрослеет. И, в принципе, мне кажется, то, что люди требуют, вот, стоя на месте, как раньше, не понимая, что нету, как раньше, уже ничего. Ну чё вы этого дрочилу заебали уже дебоносного? Трампа с новым, блядь, президентом. Что оно нам все это дает?
Ничего хорошего. Полезные советы от Сергея. Шилык сводишь, дорогие друзья, на сайте наших партнеров. Все спортивные мероприятия до 25 тысяч рублей сразу на первый игровой депозит. По традиции, конечно же, разыгрываем новую футболочку вот такого формата. Среди всех комментариев и людей, тех, кто подписан на наш канал, поставил лайк под этим видео. Победитель с предыдущего влога. Вот. И это даже еще не все, друзья. Наш партнер подготовил вам сенсационную новость, о которой мы прогнозировали в прошлом влоге. Татуировка. Скидываем номера своих активных аккаунтов, то есть уже с депозитами, которые уже активированные номера, сразу предупреждаю. Активные аккаунты, номер аккаунта в комментарии, и ты играешь, ты выигрываешь, ты получаешь татуировку. Среди тех, кто зарегистрирован по промокоду SHILLX на сайте наших партнеров, еще раз повторяю, всем удачи, друзья. Больше комментариев, больше участников, больше побед. В следующем влоге мы подведем итоги этого конкурса. Русская речь здесь заканчивается, в принципе, в районе Тушино. Ладно, кстати, сейчас типа будем проходить место, где я снимал клип свой единственный. Блядь. Да? Клип дом. Да, вот здесь, сюда, ребята, пожалуйста, проходите. Вот здесь? Да. Йоу-йоу, где? Это, блядь, андеграунд. Вы хотели, как раньше, друзья мои, пожалуйста. Welcome. Просто идеальная, блядь, погода, чтобы порисовать закаточки на линии. Хорошо здесь. Идеальное место для смерти. Ой, бля. О. Роман, как ты любишь? О, да. Сегодня, конечно, развернулись по андеграунду, по полной программе. Давным-давно не снимали еще и по граффити, действительно. С нами еще Снекси. Буквально недавно списались с ним, решили что-то заснять. И тут нежданчиком, как запах карбита, блядь, сейчас промелькнул. Он у нас во влоге. Наш канал прогрессирует, набирает обороты, за что вам огромнейшее спасибо. Мы никогда не бросим снимать вот это дерьмо, в котором мы живем. Как бы мы ни поднялись или опустились, мы никогда не оставим эту хуйню, ебать. Вот эту вот блевотину, мазут, андеграунд и то, что вас так привлекает на нашем канале. В 2010 году я поехал в Европу первый раз в жизни. Блядь, оказался в Голландии и рисовали там на трене, блядь, нас приняли, посадили в тюрьму и депортировали. 10 дней сидел, заплатили штраф там что-то по 3000 евро. И потом нас депортировали по аэрофлотовским рейсам. У меня вот, кстати, в альбоме есть строчка там типа «Амстердам-Москва на рейс под конвоем арестант». Это как раз про эту хуйню я рассказываю, вспомнил историю десятилетней давности. Аэрофлотовский рейс из Амстердам-Москва. Стоят люди с пакетами из всяких дорогих бутиков, ждут посадки в самолет. А тебя депортируют за граффити. И тут нас троих проводят в этих пластиковых стяжках, вот так вот, короче, сажают первыми в самолет, мимо всех этих мажоров, они просто такие: «О, что происходит?» В самолете выдают нам по что-то, не помню, по 10 евро или что-то придет. Типа около того каждому. Это зарплата за то, что мы сидели типа в тюрьме. Там, и мы типа на все бабки сразу там какое-то пиво купили, там вискарь маленький. Там, я не знаю, сейчас можно, нет. Такое, я аэрофлотом редко летаю. Не знаю. А тут была история как раз в прошлом году в Валенсии. Мы делали поезд. Типа уже доделали. Очень напряжная атмосфера, обстановка. Чистые ярцы, поезда чистые. И, короче, уже уходим с диджеем Анту, короче, вдвоем. И оборачиваюсь, типа, и прям возле наших кусков уже стоит мент. А там менты такие в Испании, как бы, там еще пизды можно выхватить. Мне кажется, они вообще горячие чуваки. И мусора такие у них подкачанные, такие крупные. И мы, типа, через забор, блядь. И я, короче, не вот так, как бы, не повис на заборе и спрыгнул, а прям сверху ебанул. И, короче, бегу и чувствую, что-то, блядь, кость уже... Думаю, что сломал, что ли? Да не, не может быть. Ну вот, в итоге две операции, блядь. Все позади.
все хорошо. Как и дорога в Европу, блядь, для всех нас пока что. Такой момент еще, что на самом деле, ну, у меня всегда были амбиции сделать сольный проект. Изначально, как начиналось с черной экономики, блядь, я могу рассказать, как я вообще оказался в черной экономике. Это была туса, блядь, долбоебов. Я прошу прощения. Вот какого он мнения. Не-не-не, да я шучу. Я по-доброму, но реально, туса разгильдяев, которые просто, типа, по стечению обстоятельств оказались вместе в одно время, что-то там курили, дули там, кто во что горазд, короче, и Русик, у которого был там микрофон, он начал, типа, подражать там как-то рыночным отношениям, типа, ну, они там общались под влиянием, типа, стал записывать треки. Кто там был чуть-чуть склонен к тому, чтобы там веник с пряником зарифмовать, они как бы, блядь, тоже что-то там придумали. И потом, как бы, я просто тоже в этом всем участвовал. Я уже тогда все сочинял, что-то писал, я там... Но это на секундочку, сколько лет назад было? Пол моей жизни назад, считай. Я тоже в этом всем участвовал, что-то там мы записали, какие-то совместки. Никаких у меня не было групп или каких-то концертов там. Просто попробовали. А потом Русик взял это и выложил в интернет. И получилось, что я скачиваю эту хуйню, это еще ЖЖ было. Это никакого там ВКонтакте, только на заре начиналось, там первый год работало. Типа непонятно было, что это такое вообще. Я в ЖЖ скачиваю наш этот альбом, как, почему-то «Черная экономика» называется, скачиваю, смотрю, там треки, в которых я принимаю участие, это альбом «Шляпа» был, они типа подписаны не «Фит Гуляр Ванина», а типа просто «Черная экономика», я такой типа... И все, че, поехали, ну, как нахуй. Бы, меня подписали, я вообще, блядь, к этому... А потом все, как бы, люди, включая там Русика, вернее, начиная с Русика, он самый первый, блядь, съебался. Я и Зурик, по сути, остался. Ну, еще овощ, как бы, но овощ... Ну, кстати, вопрос от Зурика. Когда дреды заплетешь, который больше всего собрал лайков? Ну, как я там ответил? Когда ногти он красить начнет? Будем ждать выход, но надеяться, что дреды, не будет. У меня были дреды в 2001 году. У меня и у Кирилла Таласкова. Вот что касаемо сольной темы. И у меня всегда были амбиции... как-то, типа, отдельно от черной экономики, не то, что я там, типа, ушел, блядь, пошли нахуй, вы пидорасы. Меня как бы все устраивало там. Но как бы у меня были амбиции сделать что-то более сложное, более интересное, более продуманное, более такое вдумчивое. Ну, имел я всегда склонность к написанию, скажем так, что-то подобного стихам. Я реально из тех ебанутых, которые, типа, читает стихотворение, там, не знаю, возьми там какого-нибудь Пастернака там или Бродского, и у меня там от некоторых вещей, во-первых, я могу разобраться, что мне нравится, что не нравится, не как тёмки тупые, а, это Бродский, блядь, охуенно. А, это Есенин, он хулиган. Да-да-да, короче, я могу разобраться, что мне нравится, что не нравится, и от некоторых у меня, нахуй ж, блядь, меня трясёт от того, как это может быть пиздато. И обладая как бы этими навыками, всегда хотел делать что-то глубже. И по сути, мои вот два альбома «Гуляй, Рванина» сольных, которые я записал в отсутствие Зураба, по сути, это мой как бы сольный проект. Это, то есть не та же самая тема, что и «Черная экономика». Не нужно это воспринимать так буквально. А что там, читал за пацанов, там за движуху, а тут начал что-то там... Про небо, про звезды, блядь, совсем ебанулся старый. Волосы еще отрастил. Вот это попытка сделать как раньше. Я возвращаюсь с окраины в центр, мимо заводов промзон, мимо товарных сцепок пятиэтажного гетто, седые проспекты, где серость преобладает в цветовом спектре, где в каждом окне невзрачных фасадов за каплей капля, как через дозатор, время уходит, сменяя героев, мимо коптящих труб, мимо огромных строек. И тут этот укнят неизменен, тут сгорает огня, черканувшись о кремни. Отвернись, чтоб не видеть, оно не исчезнет. Бесполезно, сложно, зато бесполезно. Это, кстати, отвечаю на вопрос, Женек, когда ты вернешься? А люди-то сами не видят и не хотят верить в то, что ты так до сих пор красишь. Сейчас же граффити поэтому... на улице, этого нету сейчас. Типа все, социальные сети. Поэтому у меня есть Инстаграм. Уже кресты поставили. О, не тот, нихуя тот. На самом деле был период, когда я реально не рисовал несколько лет. У меня стояло дома дохуя банок, типа Монтаны. Я просто такой, типа,
А потом несколько лет назад как-то по новой пошло. Я подумал, я всю жизнь этим занимаюсь, с 2002 года. Как бы меня вообще граффити сформировало. Я подумал, хули от себя бежать, как бы нужно делать, просто немножко поменять свою точку зрения. Клевый на синий. Опа! Настали тяжелые времена, рисуем каким-то говном непонятным, потому что краска стоит, блядь, скоро уже пятихатку будет стоить нормальная краска. Если раньше там мамка на обед давала, там сэкономил, что-то там неделю не пожрал, купил себе баллончиков. Ну, теперь такая же хуйня, надо неделю не жрать, чтобы кусок сделать. Один нормальный кусок, ну типа 4000 где-то стоит. То есть тут уже такое увлечение, не совсем оригинальное, дорогое. Интеллектуальное. Ну да, сейчас как он засоряется, я тогда типа. Ну пропсикаем. Короче, теперь как Южная Америка, вот все берем краску. У них она пизженная вообще. У нас покупная с Леруа, допустим, да. Все закрасили на контур тонким кэпом. Все остальное. Вот так приспосабливаемся, как бы. Хуёвой жизни. Да, то есть рисовать хотим, чувства нужны. Пару раз в неделю нужно. Просто берешь закатку и рисуешь тебе кофе. Кому надо, тот будет делать, короче. А тут уже мемы появились, граффити для мажоров. Кто богаче, тот и типа виднее. Парни, это все оправдание. Хотите рисовать? Берете ведро. И закрашивайте. Короче, ребят, отдельно скажу, что мы будем делать по-любому, извините за тавтологию, отдельный влог со Снекси. Можете под этим влогом писать вопросы, которые вас интересуют насчет него, какие-то личные и так далее. Обязательно, когда руки дойдут до него, мы вернемся к ним и учтем все. Обязательно. Обратная связь должна быть. Уважаем, любим. Тут даже и ничего выдумывать не надо, все по вопросам и складывается. Почему нет ничего твоего в новом альбоме у пацанов? Так получилось. На самом деле, я, может быть, и хотел бы поучаствовать в этом альбоме, но мне лично прислали один бит, я его послушал, бит был хуёвый. Я не стал ничего говорить. Нет же никаких обид между вами или там какого-то накаления? Слушай, была там хуйня какая-то, но я... Я думаю, что она исчерпана уже, но просто так складывается, что там конкретно с бразильцем и Остом, типа, я на коннекте гораздо меньше, чем там с Могу, например, потому что Могу реально мой как бы кореш, типа, близкий, а там что бразильец, что Ост, это чуваки, с которыми мы записываемся, в данном как бы случае мы особо не общаемся. То есть бразилец тоже там, типа, после много лет того, что мы там, у нас был там, блядь, конфликт, и мы не общались вообще, спустя много лет, в начале этого года, он как бы через Могу вообще изъявил желание, чтобы поучаствовать в моем альбоме. Но не поучаствовал тоже почему-то, хотя я ему выслал демку, он сказал, что не получилось написать, хотя как бы добро он дал. Это вот как есть. Там один хуеплет, блядь, этот написал мне, а чё ты там, Федю, Федука, там что-то. Я сделал там сторис с подъебкой, потому что меня стали отмечать, короче, альбом там, спасибо Джейки Дугану за альбом рыночных отношений, блядь. Меня отмечают раз, два, три, там, блядь, 10. Я думаю, да ёб твою мать, А это же невнимательность людей, в первую очередь. Это просто какой-то, это многие просто там пишут, ебать, а хули вы не снимете с Могу? Чуваки, а схуяли вы вообще решили, что он вышел? Базар ноль, откуда людям знать? Мне стало просто смешно. Я просто, написал, что меня нет в этом альбоме. А Федук там есть. Я написал, скажи спасибо Федуку, там, сердечко ему отправьте. ОННВ, это я бы не сказал, что это группа моей мечты, но при этом Марик Маракеш, вот с которым у меня два фита с ним. Марик Маракеш мне нравится, как рифмует, мне нравится, как он мыслит. Я с ним давно уже знаком, как бы он просто ровный чувак. Можно сказать, что мы дружим. Я хотел его на альбом, мне нравится, как он делает. Антоха МС. Да. Знакомы с ним как-то или как вообще нафиг вышли? Он же вроде такой прям, как будто селебрити стал в последнее время. Возможно. Я с ним еще года 4 назад встретился на студии, мы забивались что-то там записать. Короче, у меня ничего не шло. Потом еще через пару лет еще раз встретились. Он приехал ко мне в гости со своей женой.
что-то мы посидели. Короче, в итоге, когда я доделал альбом, у меня был вот этот трек, весь текст был написан. И как бы вот этот припев, его пел я. Звучало это полный пиздец, можно. Ну и я хотел, чтобы кто-то это напел, потому что, блядь, ну я не певец. Я написал Антохин, и он такой, типа, да, давай, короче. Я так удивился, потому что, в принципе, это, конечно, ему не свойственно. Я подумал, ну мало ли, вдруг он сделает. И он записал. Краски нормально, конечно. Треть. Открой. Ну я чувствую ее. Блять, это 9 литров, да там треть. Треть это 3 литра, это дохуя. Ее тут какой треть? Здесь пятая часть. То есть кто чем? Залей часть этим, часть другим цветом. Тебе она понадобится это? Да, оставь на половину. Там другое много краски. Цвет ментовского автозака, блять. Что бы это значило? Надеюсь, ничего. Люди же это ебаное стадо, они все делают то, что делают другое. И тебя загнобят, если ты будешь делать что-то не как все. Это просто обретает другую форму. Ну, это устрашающе выглядит, потому что темп того, что происходит, 100 раз типа быстрее, чем это происходило там 20 лет назад. Я думаю, что в любом случае останется доброта, останется какие-то адекватные вещи. Ну, в общем, классика останется, а как бы шумуха, она сменится на другую шумуху. Придет, блядь, еще что-то хуже, будет какой-нибудь трансгендерный рэп сейчас. Блядь, с языка прям снял. А да, нам нужен трансгендерный рэп. Но с другой стороны, если посмотреть на это по-другому, а почему бы, блядь, и нет? Всегда да вообще, была, изи, всегда свобода творчества. Была какая-то хуйня, да? Пускай все ёбнется, нахуй, с ума сойдет, блядь. Да. Свихнется, блядь, пизду, блядь. Ну, блядь, Киркоров в Блэкстаре, ебать, нихуя себе. Все уже по пизде. Блядь, ну Киркоров заебан, конечно, уже. Но нам будет его не хватать, если что. Пусть знает, что мы люди. Вот я начинал рэпом заниматься, и, типа, то, что крутили по телеку, это было априори говно, типа, для мудаков. Бля, всякие MTV, вот это вот, ну, я имею в виду не вот эту старую добрую ностальгию по первому MTV западным клипам, а вот эта русская вся хуйня, это было, ну, это было стыдно, типа, испанский стыд. Потом как-то был какой-то андеграунд, было там что-то там интернет, а сейчас, как бы, я смотрю, интернет превратился в тот же телек, да. Только люди его, как бы, уже научились делать. Без, просто блядь, включать. Из телестудии, типа, каждый мутит свой. Включать, блядь. Интернет научились просто. Не можем обойти вопрос малой родины. Один из вопросов от подписчиков. Не планируешь ли с Канциком в Самару, с Ковшом и все такое? Если кто-то пригласит, организует, пожалуйста. И потянет, самое главное. Не расстраивайтесь, артистов. Такое ощущение, что, типа, я сам сижу такой, блядь, съездит, например, в Самару. Ну, то есть, это напрямую зависит от того, что придет, блядь, кто-то в Самаре или нет. Я знаю, что в Самаре там дохуя народу нас раньше слушали, всегда хорошо встречали. Но там, типа, последние разы я приезжал, я не знаю, все им чего, но, типа, было очень парашно. Так все посъебывали в основном, как, ну, на Самаре. Ну, может быть, выросли, посъебывали, там, жене не нравится. Так, да, и, да, там, да. И. Получается, что, ну, типа, вообще на концерты, типа, либо маны ходят, либо это должно быть что-то приличное. Поскольку у меня это такое, типа, на грани. Сеанс экзорцизма, блядь, поэтому, не знаю, ну как только так сразу с радостью приеду в Самару, куда угодно, блядь. Киев Стонер, я его как рэпер-то особо даже и не знал, он больше вот этот инстаграмщик и шоумен. Киев Стонер респектует нам за старые наши проделки изначально. Я когда услышал группу «Грибы», ну я вообще болезненно реагирую на все популярное, блядь. Потому что, как правило, все, что популярно, то полная залупа. Короче, я когда услышал группу «Грибы», я, блядь, просто охуем какой-то блевотина, типа. И при этом там все знакомые, ты чё там, мэн, блядь, это такая читочка там, это, блядь, пиздец, типа. Телёк? Ну да, ну, блядь, у меня просто чутьё на неискренности, мне нужно искренне, блядь, а это как бы, блядь, образ ебучий. Ну вот так и получилось, проект, они там потрындели и загнохли, как бы. Ну, короче, Киев Стонер, он всегда респектовал, оказалось, в нашей группе, то есть он там ещё давно когда-то слушал, будучи неизвестным чуваком, типа. Ну и как-то до меня это, в общем, дошло. Тоже этот блядский инстаграм. Что-то вот там ехал в тачке, читал мой куплет. Я ему там откомментил, типа, ну, в сторис. Я ему откомментил, там, типа, йоу, шмоу. Ну, все равно же приятно, блядь, человек
Человек, ты не последний, да, в интернетах? В интернетах, да. Короче, я ему, ну и мы как бы на связи были, что-то пытались там встретиться даже, как-то пересечься, нихуя у нас не вышло. Ну и потом у меня просто возникла идея, ну почему нет? Да это и есть развитие на самом деле, ну любые какие-то шаги, которые есть, надо наоборот радоваться, кто Женька котирует, а не то, что там, а когда будет как раньше, у меня башка не будет как раньше, она облысела, все. Да-да, у меня тоже башка не будет как раньше, не буду показывать. Как раньше, сейчас попытка, не пытка, короче, происходит сейчас на самом деле. Если как бы не лукавить и не кривить душой, я очень на это надеюсь, что в следующем году будет альбом «Черной экономики» в составе меня, Магу и Овощи, ну и еще какие-то фиты. В общем, я надеюсь, что будет как раньше. Люди говорят «как раньше», потому что они ностальгируют, блять, по самому себе, маленькому. Да, ребят, на самом деле, реально хочу выразить огромный вообще респект. Там понятно, что из меня не получились там какой-то гипер, блядь, звезды и легенды. Но, тем не менее, вот как бы костяк людей, которые до сих пор воспринимают все мои, блядь, треки, которые уже были после, которые были... Ну, это тяжело слушать, я понимаю. Ну, вот тот, кто это котирует, пацаны, вообще респект. Вы со мной, я с вами. Не ставьте на мне крест, может быть, будет... Как раньше, блядь. Альбом «Дар речи» в целом, как и все мое творчество, то есть я не пишу на конкретные темы, я просто пытаюсь разобраться в каких-то тревожащих вопросах. Мои наблюдения за самим собой, за обществом, за тем, что я вижу, за какими-то тенденциями. Кто-то воспринимает это как такой лютый депресняк, типа, но на самом деле это просто поиск спасательного круга. Просто нужно попробовать понять этот текст. Я думаю, что каждый где-то найдет себя, если захочет, увидит себя. Если он увидит себя, это будет супер охуенно. Это как раз задача моего творчества. Мне кажется, что вещи, которые понятны, никаких не вызывают рассуждений, это не творчество. Это может быть рекламный ролик, какая-нибудь песня рекламная. 10, 8, 10, 20, 20, 0, 0, 0. Если ты начинаешь что-то искать, размышлять, как-то перебирать и примерять на себя, то это творчество. Я надеюсь, что у меня чуть-чуть это получается. Я испорченный ядом, десять ног и изъятым вашим блядским балагане, нарушавший порядок. Я отправлен навеки, постой беспросветно. Моя жизнь — это ветер, и я советов не ведом. Я бесповоротно ранен этой мрачной отравой. Я коррозовый шорох, капястом экране. Меня хуй прошибешь в этом панцире ржавом. Ром, смотри, кальян. Какие группы повлияли на тебя там с детства или еще когда-то? В каком балахоне ходил в детстве? Балахона не было. Просил у мамы купить кепку с орлом и усей с надписью. Калифорния. Сказал, блядь, хуй тебе, это гоповская хуета. Бля, я бы сейчас в такой ходил. Ну ша ходят всякие эти долбоебы. Я бы тогда лучше ходил бы. Бля, у меня была у брата черная, у меня синяя, и потом еще бонусом камуфляжная, ебать, была. Это пиздец. Я сейчас вспоминаю, как они выглядели просто по-дедовски. Мы пытались их их согнуть, а он сразу лопался. Так что там про музыку? Хотя я съехаться, это вопрос. Я на самом деле отвечал недавно в интервью на эту тему. Я там сказал, что типа Bad Balance слушал. Ну слушал Bad Balance, реально. А забыл сказать про других чуваков, которые были андером именно в моем детстве. Это D.O.B., Рабы Лампы, Бланш. Мне так жалко, что никто из этих типов... Ну, короче, они все какие-то... Потухли? Стрёмно выглядят сейчас, там, да, если на них посмотреть. И они были реально для меня крутыми. Я зарубежные почти не слушал. Я, типа, из простых был всегда. А кого слушал русских, теперь стыдно припоминать, небось? Ну, блядь, да, типа того. Не, ну вот у меня, короче, мне дядя, царство небесное, погиб он, такой чувак был, весь татухами забитый там. Ну, судя по всему, там с наркотиками у него были какие-то, с тяжелыми. Взаимоотношения. Взаимоотношения, да. У дяди был целый стеллаж дисков и кассет.
И это было пиздец как круто. Приходишь домой, там просто дохуя кассет. В них же эти вкладочки там разворачиваются. Да, да, да. Иностранное все, просто нихуя непонятно, что такое. Но они панками были с тетей. Они тусовались с Наивом, с Дистемпером, там, короче, бухали. Тетя у меня ездила с коррозией металла в барабанах в Питер, типа, где это? Ебать! Вы в барабане наехали? В барабане, да, в бочке. Охуенно, блядь! Мне дядя подарил кассету Words of the Underground, Keepers of the Funk. Про это Митяй Ковш тоже рассказывает, что на него повлияла эта кассета, пиздец. Это, короче, с подачи моего дяди. Она на районе, блядь, ходили по хатам, пока ее там не затерли уже. И эта группа вообще никто о ней не вспоминал, там где-то до 2007-2008 года вообще никто не помнил. Но интернет не так развит был. Потом вспомнили. Чуваки даже в Москву приезжали, по-моему, что-то там 200 человек на них пришло, блядь. Вот я вроде ебал такие концерты, блядь, в детстве слушаешь, просто охуеваешь, потом ты видишь вот этот вот, блядь, просто невостребованность, но это жанкое зрелище. Судьба артиста часто очень. Неоправданно. В электричках постоянно дают деньги, чтобы... Ну, видно, человек талантливый, просто где-то его не стрельнул, где-то-то. Вот стрельнул один, да, а его в тени. Ну, ну да, часто же бывает, вместе начинали, вот, например, все одинаково делают, кто-то стрельнул, кто-то нет. Вот ты и пиздец. Вот, посмотрите фильм, короче, кто не видел, «В поисках сахарного человека». Это история про чувака, который был очень популярен в Африке, но даже не подозревал об этом и жил, типа, блядь, ремонтировал крыши. А в Африке он был как наш Виктор Цой, типа, и все думали, что его в живых нет. Посмотрите, интересный фильм. Я когда смотрел, я, блядь, плакал, реально, это пиздец. Сколько вот художников нашей компании, этих 100 человек там, кто из них получает с этого, живет? Нет, все работают на работах. Самые талантливые типы бросили рисовать, потому что столкнулись с реальной жизнью тут. Хомяк. Ну, да, ну тоже все. Такая хуйня, что за тебя это никто не сделает. Ну да, ты, типа, но... должен сам себя двигать. И менеджер, и художник. В основном, ну, я считаю, каждый должен своим делом заниматься. Ты должен преодолеть вот этот вот, как сказать, барьер, что ли, пожертвовать чем-то, чтобы чего-то достичь. Да у меня по команде сколько, тоже все повзрослели уже, ну, как бы. Да, друзья, не реализовались, как художники. Если интересен мой совет, я, конечно, хуёвый советчик. Вот посмотрите на меня, блядь. Короче, если интересен реально мой совет, то такой по жизни. Не торопитесь плодиться, не торопитесь обзаводиться семьями, связывать себя кредитами и всякой этой хуйней. Реально, подождите немножко. Любить без обязательств. Большинство людей, конечно, к музыке относятся сейчас просто как к чему-то на фоне. Я просто из тех людей, кто меня воспитывали на том, что музыка — это вообще как бы символ твоего мироощущения. То есть музыка — это надежда на что-то там. Перемен требует наше сердце. Ну такой банальный пример, да? Там типа за музыку могли, блядь, пизды такие дать в моем детстве. Просто там какие-нибудь металлисты, блядь, скинхеды, рэпера, вайтсмоки, как бы, понимаешь? Просто можно было получить пизды именно за то, что ты слушаешь другую музыку. То есть это было очень важным атрибутом вообще всей твоей жизни. Сейчас музыка стала, ну, просто такой фастфудной хуйней. Она играет на фоне, никто не ждет от музыки смысла, все ждут, что она там будет качать, короче, там никому не важен текст, никому не важен смысл. Я, блядь, уверен, там альбом Хаски, который вышел недавно, все там ссутся кипятком, он же читает так, что там половина текста непонятна, там текст, блядь, никто не слушает, там все слушают. White Punk там биты ебанул, которые качают. В этом смысле как бы музыка упростилась, отупела. Мне, конечно, это обидно, потому что я воспитывался в одной среде, потом она резко поменялась. И сейчас мне говорят: чувак, ты старый пердун, типа, у тебя понятия старые. То есть, блядь, быть искренним — это старперство, что ли, сейчас? Охуенно, наверное, делать музыку и думать, самое главное — хайпануть, чтобы сразу нахуй. К сожалению, так, Получается, что сейчас уже как бы нету ни хорошего, ни плохого, ни черного, ни белого. Любой, блядь, пиар — это пиар, кроме, блядь, некролога, как говорят, да? То есть, типа, неважно, каким путем, но надо на себя обратить внимание. Насколько это хорошо, всем похую. То есть, посмотри, кто в топе, кто
интересен. Фрики, блядь, которые просто, типа, серьезного ничего не воспринимается. О чем это тоже говорит? О том, что жизнь настолько ебаная, блядь, что о чем-то серьезном даже стрёмно думать. Понимаю я, что у общества запрос на искренность нету запроса, какой он был там, типа, в 90-х, ну, как мне кажется. Чуваки, в основном, они, типа, у них, ну, как бы образ какой-то, то есть это какой-то наебаново. Вот тот же Моргенштерн, вот я посмотрел интервью с Дудем, блядь, мне стало страшно. От чего? От того, что, типа, ты смотришь клипы, ты смотришь там все вот эти выходки, там, блядь, что он там только не делает, у него максимально одиозный образ, то есть он, блядь, неприятный, он противный, как бы, он выглядит полным мудаком. Ты смотришь с ним интервью, и мне стало страшно. Умный, вообще не тупой чувак, который абсолютно трезво размышляет на какие-то вещи. Ну да. А не интересен, видишь, он умный получается. Интересно вот, чтобы он говном кормил. Страшно в этом, блядь, не за Моргенштерна. Конечно. Страшно за людей, которые все это, блядь, поглощают. Очень напоминает вот эту эстетику комментов, типа, в интернете, когда просто, да иди нахуй, там, знаешь, сходу, типа, просто, типа, чтобы, блядь, ты там мудак. Это же как бы... Ну, это такое, типа, детское какое-то поведение, это по психологии какие-то лютые, походу, комплексы. Очень, очень уебищно, что общество именно такое. Не, ну смотри, Роман, а из говна-то конфетку наряди. Реально, сочетание цветов, извини меня, имеется. Поэтому, конечно, можно нас... Русский народ можно дальше нагибать, блядь, давайте. Еще мало, мало курс, еще мало, мало. Сейчас вот передадут ключи от подъездов новому президенту США. Сожгет он, блядь, все кнопки, обоссыт все углы. И тогда уже будем обвинять кого-нибудь. Еще не сотку доллар стоит. Пока еще можем. Не кровью рисовать на стенах. Реально, бля, ебашьте нам курс 150. Дождь сильнее, блядь. И президента рэпера трансгендера в Америке. Да, 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 обязательно. Чтобы мы хуесосили, чтобы его обвиняли во всем. Это хорошо. Это нас сплотит, наверное. Не, ну вот вы, короче, сейчас шутите, блядь, шутки, прибаутки. А на самом деле вот спрашивают у меня, о чем, типа, мои песни. На самом деле все о том же, о насущном. Мы родились, блядь, в стране, где все проебали. Мы просто, у нас на подкорке, в подсознании. Проеб? Вот вот, как бы ты ни выебывался, не ходил там, не выходил из тачки с логотипом Gucci вот таким огромным. Как бы ты это ни делал, у тебя на подкорке все равно, что 30 лет назад там подводные лодки, блядь, продавали богатым людям. Там все, блядь, отжималось. Все, что непосильным трудом, совок строил, там рабским, блядь, трудом. Все это просто, блядь, по карманам распихали, проебали. Бездарно, блядь, бездарно все проебли. Это у нас в генах, и никуда от этого не деться. И чтобы это вылечить, я не знаю, сколько лет еще нужно, блядь. Но не на нашей памяти точно. Все, понеслось. Да вот они, блядь, слезки просто. Слезки капают. Слезы осени. Слезы осени! Здесь, под этим видео, не забывайте ебануть лайк, колокольчик. Ну и, конечно же, не забываем, что мы всегда на стороне своих подписчиков, вне зависимости, в каком они регионе или стране находятся. Белорусы, мы в вас верим.